Если присмотреться, в небе можно увидеть не только облака, но и символы, буквы и даже целые города. Что пытается сообщить нам природа? Подобные странные явления люди отмечают по всему миру. И какие знания буквально витают в воздухе? Наши предки могли читать информацию ветра, стихии. Тайны Чапман. Сегодня в 17:00 на РЕН-ТВ.